Новым пострадавшим от криптокомпании Павла Деревянко стал режиссер Мариус Файсберг, от фильмов которого, кстати, пострадали многие россияне. Если вы не знали, это Мариус снял «Гитлер капут» и «Бабушку легкого поведения». Файсберг обвинил Григория Мулузяна, партнера артиста, в мошенничестве. Мулузян предложил ему вложить в криптобизнес 100 тысяч долларов, около 6 миллионов рублей на тот курс, под 7% годовых. Спустя год режиссер не получил ни копейки. А сейчас Файсберг требует от Мулузяна 41 миллион рублей. На этом все, не забудь поставить лайк и подписаться.